не эстонский точно. Не ходили. У меня пень два.
Пойдем, слушай, ты все. Вышел на картинке взять. Я думал, ты смотришь его, конечно. Заходите, он же платить будет. Пожиги ушел на бенде. Быстрее лови, перестреляй в перемычку, в дверь. Здесь уже. Может, вернуться назад. Все, наверное. Останься на центре серии. Ну, блядь, нельзя ему было давать бомбу заложить, пиздец. Играем на один клан, поджимаем, допустим, полтор. Давай, серик на Б, и мы говорим с тобой, пацан. На Б бегут. Гранату под ноги кинь. Один справа, другой слева. Блять, понятно, почему Андрей. Пиздец. Я думал, ты со мной в Wild Dark пойдешь. Тебя бьешь, блять.
Хаена, Бэтмен. Логика. Я слышал три. Каким образом я на тебя гнал? Я лишь дал понять, что ты должен... И ты лишь дал понять, что ты начал поджимать уже. Чтобы меня с центра меня не ёбнули. Вот к чему я сказал. А на тебя я не гнал. И больше я с тобой не буду. Б чисто. Дарк тоже. И Лолдар. Зиги есть. Зиги один идет. Подсадка на центре. Не умеют играть, конечно, за контров. Ни хрена себе, ты документацию видишь? Жесть. Ну это, кстати, даже круче, чем я. Это, это чтобы показать, что ты без читов? Чуваки тебя обвиняют, да? Читерство. Да ничего не обвиняют, играть не умеешь. Это правда. Блять, за контров по одному стоят на, блять. Никто, конечно же, не может поджимать. Слушай, ну это же не 100-500. Нет, чтобы Б держать, допустим, конкретно, и потом выбивать другой план. Подожди, ну ты матом не ругайся, это же не 100-500. Ругаться матом нужно только мне, это моя прерогатива. Не, ну можно, конечно. О, поздно. Смотри. Ничего, все хорошо. Все нормально, все нормально. Хорошо. Зига. А кто такой Нубс? Это Серик? Зига прошел. Красавец, красавец. Хорошо. Да вы сейчас распуярите. Так чувствую. Все хорошо, все контролируется. Это первая сторона, нет? Да, первая. А счет? 5-3. Ага. Ну нормально все. Все под контролем, блядь. Если вы затиров не облажаетесь, вау, будете делать, как я вам говорю. Выиграете. Ушел бомбер, на лонг пошел. Ну это не факт, вау, что. Вау, блядь, поджимать стали, только, блядь, поздно. Не факт, что он на лонг. Он просто ушел от тебя, от снайпера. Ты обязан одного убить, кстати. Хорош. Нет, там лонг. Да не знаю я, блядь, мне нужна помощь. Там лонг будет. Я не знаю, где вы ходите. Спокойно, не паникуй. Все хорошо. Опасно стоишь. Могут быть зига.
Да, так и есть. Хорош, блядь! Красавчик, сука! Я... Все, зажмите его! Нахуя ты вылез? Зажмите его и все! Он чмошник, блядь! Бежит. Сейчас вылечу. Прошел. Бомба не на руках. Бомба на земле. Хорош. Все нормально. Все нормально. Нупс, это Серик? Ты зря вылез, кстати. Ну, выбнулся, хотел там всех загасить. Но, в принципе, его просто зажать в яме и все. В ловушке был. ФСБ будет сейчас. Вышли. Ранил одного. Второй будет. Третий. Хорош. Все, заебись. Красавчик. Вот и все, ёпта, разберёшься. Эка, блин. Да, ну и что? Все, заебись. Б простреливают. Двое ударки. Они могут с центра выйти. Помоги им. Серик, я к тебе. Флешка, флешка, сейчас выйдет. Держи, держи. Хорош. Еще один будет. Прострели. Блядь. Сильно. Вышел. Не знаю, его прострелил. Думаешь, поймал, вышел бы. Ты просто сильно рванул. Думаю. Он ждал тоже. Думаю, центр. Буду сейчас сжать на. Чисто. А он бы, походу, тихонечко идет. Центр. Серик, перекинемся на центр. Бомбер прошел. Отходи, наоборот, не вздумай идти. Блять, сказал, не вздумай идти. Ну, ебаный в рот, нахуй. Чё так, блядь, в жопе не рвётся-то? Ничего, сейчас все можно законтролить. Если лонг, тут надо было тебе перемещаться туда, на подсадке, блядь, надо было перемещаться на лонг. Какой счет? 7-5, да? Это хуйня. 6-6. 6-6 вообще хуйня. Это выигрышная. Если вы только не будете тормозить. Ебашьте втроем в любую точку. Только втроем. И все, это выигрышная ситуация. Нельзя 1 плюс 2 играть еще как-то. Только 3. 3 в любую точку рашуйте и вы загасите. Ничего не сделаете. Давай, только фастом. Без всяких разводок, фейков. Это 3 на 3 игра. Давай втроем играй. Вы не обладаете таким индивидуальным скиллом, Серик, чтобы 1 плюс 2. Давай я на месте играть. Не буду, давай вместе. Бежим. Вон. Зажали, зажали его быстро и туда пришли. Блять, поздно. Говорю, зажали и туда уже. Вот и все. Вот и все, нахуй. Да можно дуплить вообще все время от центра. Я отвечаю вам.
Просто от центра дуплить нахуй и Б зажимать. Отрезать просто одного игрока, вырубив его, и все. Флешка сейчас. Если вы умеете держать фланг, конечно. Пусть сбегут, охуенно. На пуль сбегут. Заняли позиции, успокоились, блядь. Ходит. Ну уже все. Банки надо. Ну, куда? С кем играете? Шведами? Или с румынами? Шведы так не отдаются. Все, пошли, Б зажимайте. Б зажимайте. Поставь пушку в этом раунде, в любом случае. На базе своей, за зеленым справа, очень косвенно. Оставь пушку здесь. В этом раунде оставь пушку. Ёпта, они что, еще и закуп делали, дебилы? Что ставьте? Ставь быстрее, уже за центре. Перезарядить. Окно вышло. Поздно перезаряжаться. В окне сидит и другой дарк у меня. Чуть там их не чувствую. Убей! Блядь, чуть ниже прицел, ну! Ну все нормально, оно только чуть-чуть, блядь, надо. Да давай постом идите, блядь. Я скажу им фу. АВП центр. Больше вроде нет. На Б не будет никто держать. Быстро, быстро фастом Б берите. И быстро позиции да занимайте. Да, блядь, бегом нах! Живо слышно было, если вдруг на Б. Кто-то есть. Спокойно, сейчас с Даркой пойдет. Отвечаю, пойдет с Даркой один. Дарк, смотри. Дарк этот разберется.
Как поставил бомбу где? Рано, рано. Вот сейчас уже можно умирать. Не страшно, он не успеет. Он не успеет, полюбас. Я тебя не слышал, и ты меня еще в конце сбил. Ну, конечно, я виноват, ёпта мать, кто же еще? Лучше бы ты меня пошли слышал. Пошли на Б, раз, блядь. Нижний респа. Сразу заходим, префайром стреляй. Без всяких флешек. Просто заходим и мочим голову. Абсолютно верно. Не надо флешки. Блядь. Ну и теперь он ждет. Если он есть здесь. Она никого не ослепит в любом случае. Вот и все. Вот теперь флешки должны идти наверх. Один дарк пошел, другой здесь. Все. Не надо просто ссать, надо идти. Я говорю, тут тупо раш. Тупо фаст идет. Еще раз на Б, респа хорошая. Тупо по респе фаст сделать и все втроем. Ебать мой хуй. Возьми бомбу и уйди. Сейчас Дарка будет поджимать. Дарка поджимает. Выдал себя? Убей его. Убей, иди. А, у тебя 17 хп. Тогда ладно. Сейчас будет читать. Типа. Осторожненько действуй. Быстро, но осторожно. Тихо, тихо, он меня запалил. Время позволяет shift включить. Чекай. Чекай. Бомбу. Здесь только я тебе говорю. Рано умер. Обязан был поменять позицию, когда его услышал. В яме один. Да пусть набрыл. Да блять, ну не имел права просто. Блять. Ёбаный в рот. Наконец-то. Она за спину упала и... Один Б. Вперед тогда. Нету подъема.
Здесь есть. Хорош. Они вообще тупые играть не умеют. Зига. Все что ли? Делов-то куча. Это кто, румыны? Что? Это румыны были? Нет, шведы. Удивительно, что шведы так лоханулись. Да, они не сильно с кем. Ну, понятно. Да это не игра, это херня. Ни скилл, ни тимплей, ничего. Играли в 300 раз лучше раньше. Вау, плюс 18. Это потому что я так мало умирал. Ну да. Ты поэтому уже ее любишь, да? Да. А? Честно. Ну, с греками сейчас перейдем. Да ладно. Греки, ламеры. На сервер их всегда. Ну зачем я на ютубке? На ютубе? Да. Ну вырежешь это. Я не могу. Не вырезай этого. Я формат красавчик. Я не буду, не смогу. Ну, да. Я красавчик. Скажешь, это зверь. Хочешь я? Это прото, дверь закрыта, открыта. Не нарез на желтый. Опа. Блин, солнце прям глаза. Да и с камеры тоже. Сзади, с будки.
чем там, лоу-скилл, что ли? Просто вы нюк задрочили. Зажим делает. Дома. Он дома. Он дома у себя. Да, он боится. Чего не переходит, не понимаю, что он долбоёб? Было перекинуто. Ну все, значит он лузер. Нихуя. Сейчас пинди должны. Всегда перекидывал сейчас. Странно. Он так и будет за нас играть? Он сейчас будет мочить. Он будет сдавать где кто. Смочите его. Не мочите его, не мочите, просто. Девять. Стой, стой, я прострелю. Да ты стоишь там на простреле. За ящиком пойди стоит.
тоже слышал его на памяти. Сам пойдет. Можно взорвать будет. Иди, блин. Один у скрипа был, походу, в пайпу правый залез. Пайпу разбили. В пайпу один. Подожди. Давай. Стой, тихо. Купи себе, я возьму твою. Улица и рампа, блин. УСП, один идет сюда. Скрипт. Они обычно пробегают дальше, либо спрыгивают сразу. Рамба, Серик! Радио. Давай вверх выйдем. Бля, меня солнце слепит. Да блять, сразу нахуй раж! На десятке есть. Убей нахуй. С радио был последний. Так что где угодно может быть. Может девятка? Он запрыгнул девятку только что. А может с будки идет. Один будку простреливает, другой пасет нахуй девятку. Вот и все, чего вы, блядь? Простреливай, не ссы. Дави на психику, нахуй. Не съебывает он, вот он, убей его. Убей его, блядь. Не дай. Ангар, ну он сдох.
Тетеровская, блядь, респа, ну, мапа вообще. Просто фаста. Втроем это точно Тетеровская. Он на Б, на Б. Вот и все. Плюс мораль, нахуй. Ебать вас некому. Мне некогда. Вам конец. Уйди, уйди, уйди. Жнут, жнут. Слепой. Нормально, нормально, он ушел. Он ушел на Б. Давай пойдем по улице. На, быстрее только, быстрее не ссыте. Вот здесь надо быстро идти, вот медленнее надо идти, позже будет. Что вы, блядь, не чувствуете этого? Это, блядь, не про нахуй играет, это ламеры играют. Ангар. Время. Бегу. Время. Быстро сейчас Б занимать. Быстро! Попробуй рампу пробить. По трубе нахуй. Вот так. Ром. Дальше, дальше, пошли. Нормально, нормально. Сразу закрывай. Закрывай, да. Вверху. Появится. Бомбу поставили, все. Уходите, уходите! Уходите! Оба смотрят это в одну хорошо. Точку. Никто не смотрит рампы. С радио могут прийти. Ебать вас некому. Мне некогда. Зачем ты даешь себе? Нахуя. Ну ладно. Главное счет. Быстро. Деньги есть, все нормально. У них эко, по идее, если это не пятый подряд раунд. Рашим, рашим, рашим. Прям фастом, ебашьте нахуй. Хорошо, девятка. Не дайте им даже опомниться. Ебать их. Все, дальше, 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 не ссыте. Ебать, откуда? Убей его. Блять, ты обязан был это сделать, сука. Не ори! Не слышу. Блять, ну ты... Обязан я, ставил я бомбу, обязан. Конечно, обязан, ёпта. Да после того, как ты ставил, он своей жопой вилял там 2 минуты нахуй. Надо не по уходящему, а вперед ходящему стрелять. Не надо гнаться за удачей, не надо стрелять в жопу. Стреляй на опережение. Закон, блядь, физики. Школьник нахуй. Рампа. Ура, да. Все, у них один на А. Один на А, иди ставь. Поздно будет. Вырулить можно, но только тормозить нельзя. А вот при торможении вот такая хуйня всегда происходит. Надо было рвать на А. Или скиллом надо обладать. Что-то одно. Я не понимаю тебя, Андрей, почему может быть еще что-то? Ты так не уверен в своих знаниях, опыте, я не понимаю, что ты так... Скажи, блядь, сейчас ебашим вверх и все.
Один скрип, два будка, девятки есть. И все, этого будет достаточно. Идем под девятку, этого будет достаточно. Может быть, под девятку? Пиздец, блядь. Они знают, что в улице надо менять дислокацию. Или Б по ангару, или Б сюда. Ныряй прямо в памп, в пайпу. Быстрее возвращайся на себя. В пайпу ныряй, блядь. Бомба. Какую пайпу здесь держат вверх, блядь? Хуй они сосут. Вот и весь верх твой держат. Они все здесь, нахуй. Один улицу держал, остальные наверху. Блядь, дебилы. Я поражаюсь. Кивы не гибкие, ребята. Вы нихуя не можете даже... Слушай, я бы убежал. Только что бы это дало? Если бы я зашел, меня бы убили. Пинг у меня 190. Что бы а дало, у них 19-20. Что бы дало, если бы Андрюху не убило? Что бы дало, если бы тебя не убило? Андрюшку что бы это дало? Убило. Что? Это дало бы плюс один. Короче, я тут, блядь, со зверем ору. Дарем на друг друга. Потому что вы тормоза, нахуй. Я не играю уже, считай. Радио вышел. Ну, понятно. Пиздец. Чего вы так сдали-то просто? Это заебись, когда втроем играете одинаково. В принципе. Тащи нахуй. Бомба где? Они у бомбы. Ну, гранат-то видно, блин. Ебать мой хуй. Как его не убили? О, блядь. А в чью пользу 7-5? Вадик. Что? В чью пользу 7-5 был? Наш. А, ну ладно. Удачи вам. Молодец, наконец-то, блядь. Перестали ссать хоть немножко, блядь. Умеет играть просто с сыкуны, нахуй. Будку ушел. Ну, блядь. Убей, сука! Ушел направо. Пай, посмотри, Серик уже сзади идут. Собрались. Один сдайте, слейте просто, тупо слейте, только в одно рыло быстро слейте. Не надо, блядь, ебать мозг по одному. Это ваша слабость, блядь. Не команда, а микс, ебать мой хуй. Сливайте красиво, блядь. Одного да убьете, если втроем пойдете. И это главное.
А повезет, так вообще заебись. Начинается хуета вот эта. Я охуеваю, бля. Ну, молодец. Одного забрал. Так еще медленно стрелял, молодец. С умом. Че, опять? Сейчас надо было волевуху сделать. Прихватить, блядь. И экономику им задавить. Ваша ошибка, что вы не рашовали в прошлый раз, они поставили бомбу. А ваша задача была, чтобы они не поставили бомбу, слиться быстрее. Тормоза, бля, ебучие. Все, закуп уже, блядь, их кончайте лошадцу так. Убей! Молодец! Молодец! Стащил, блядь. Еще раз так же, только с умом теперь. Так же давите их. Поджимайте обязательно, поджимайте. Блять, долбоёбы. Если они втроём пойдут на одну точку, он пиздец. По улице попадут. Стой, дальше не лезь. Вот сиди так. Долго. Нету их здесь. Осторожно, может быть, на железе себя спуститься. Ждут, скорее всего, на нуля справа. Просто сейфку сделал. Смелее, блядь, вы можете, сука, залезть на крышу, нахуй, разъебать, увидеть. На то же скал. Я тебе отвечаю, вы долбоебы, нахуй. Смелее, вы можете действовать? Деньги. Пойдем по улице. Пойдем по улице. Втроем. Только не надо соковать, я сейчас буду на мес. Убейте его! Вот хорошо. Так, взяли девайс. Девайс взяли. Один, другой сдерживает просто. Все давай, нормально, давай, у вас одинаково. Вдвоем быстрее, заходите быстрее вдвоем. Вдвоем просто вы зайдите. Можете взять раунд. Зайдите.
Все, вниз ушли. Пайп разбили. Вот так. Сразу вышли, сразу мочите. Один на стеклах. Уходи, уйди, уходи, Серик. Молодец. Прострели, прострели вниз. А, ладно. Вы ниже, ниже. Ставит, ставит. Это зря. Зря упал. Это зря. Он услышал просто. Нельзя было падать. Блять. Да, фомаз, блин. Все, сейчас держи. Андрей, иди через рампу один. Серик, возьми 9. Я с улиц, с подъезда. Сейчас не жмите, просто проследите. По как можно ближе подойдите, но не на шифте. Не надо светиться. У скрипа есть. Один на этот. На скалу лез. Расстреливают. Сохраните жизнь еще себе для сбора информации. Просто собирайте. Блять, ну я говорю и в микрофон, все, слышно твое, а меня они не слышат. У себя на улице. Давай жмем втроем. Третий заходит уже. Они у себя на скале. Только что на подъезде один. Улица. Оба. Да блять, ебаный пинг. Хорош. Все так же в следующий раз. Никуда не спешите. С девятку сейчас все лезем, гранаты кидаем в будку и все по местам обратно. Ты, Андрей, на десятку, если не выйдут. Будь готов. Ну, хорошо. Был, я слышу. Просто держите. Они не ломайте на самом деле. Под девяткой. Ебать мой хуй. Как так, блядь? Просто проебались. Внизу стоят. Ну, край рампы спокойно прострелить сейчас. Не надо ничего прострелить. Был там. Уходи, уходи, уходи теперь. Уходи! Блять! Надо было не смотреть ни на что, уходи. Сколько денег хватает на закуп? Закупайтесь, закупайтесь. ФАМАСы покупайте. Нельзя сейчас сдавать. МПП берете. Вдвоем возьмите вверх. Если что, сразу в пайпы. Желательно, чтобы вы внизу встречали. Рампы. В пайпы быстрее. Блять, ну я же сказал в пайпы.